График выездов в отдаленные поселения Московской области врачей мобильной бригады научно-исследовательского клинического института детства заранее публикуется на сайте организации. На этот раз врачи приехали в Трубинскую амбулаторию Щелковской больницы. Заблаговременно в медицинском учреждении собрали заявки на осмотр пациентов профильными специалистами. Это для жителей отличная возможность получить врачебную помощь непосредственно рядом с домом. Не все могут родители доехать с детьми. Бывают дети-инвалиды, с которым тяжело доехать. Не всегда транспорт позволяет доехать. Не у всех есть машина, на которой можно доехать. А тут приехали мы, взяли анализы, проконсультировали, высокие специалисты, дали назначение, помогли. Главная задача врачей – проконтролировать хронические заболевания, выявить возможные патологии и направить на дальнейшую консультацию в стационарные медицинские учреждения области. Сейчас важным направлением работы является лечение и профилактика острых респираторных вирусных заболеваний. Если в первые 48 часов это противовирусные, а остальное все лечение это симптоматические. Это обильное питье, если заложен нос, носик промывать, горло болит, полоскать горло и избивать температуру, если она повышена. Вместе с врачами приезжает мобильный лабораторный комплекс. Здесь можно оперативно сдать анализы, кровь, мочу, выполнить электрокардиограмму. Жители очень довольны тем, что у них появляется возможность проконсультироваться у специалиста, сдать анализы и получить рекомендации по лечению заболевания в течение одного дня. Мы очень рады, что специалисты приезжают к нам в округ. Очень благодарны им этому. И очень хотим, чтобы они приезжали к нам почаще. Так как деток у нас все-таки очень много. Те, которые нуждаются в выезде специалистов именно узкого профиля. Сюда, в Трубино, врачи НИКИ детства приезжают уже не в первый раз. Сюда приезжают хорошие очень специалисты. Наши пациенты, как и дети, так и взрослые, очень довольны тем, что они есть. Востребованность в этом есть, очень хорошая. Поэтому до 3-4 раз в год на нашей территории конкретно этот комплекс приезжает. В этот день в Трубино более 100 пациентов были проконсультированы медиками узкого профиля. Каждый такой приезд мобильной бригады врачей в очередной адрес на практике показывает, что данный проект научно-исследовательского клинического института детства и Минздрава Московской области, который будет действовать уже третий год подряд, дает возможность жителям региона получать качественную и профессиональную медицинскую помощь прямо по месту жительства. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.